Привет, ребята! Добро пожаловать на наш канал. Чтобы первым узнавать о новых видео, не забудьте подписаться на наш канал и активировать уведомления перед переходом к нашему видео. Уважаемые подписчики! В то время как некоторые известные имена делятся своими новогодними фотографиями в социальных сетях, некоторые предпочитают хранить молчание, ничего не делясь. Фахрие Эвчин написала: «С Новым годом всех», а Али Сунал сказал: «Быть отцом». Дочери Халил Ибрагим Джейхан, напротив, нашел время на съемочной площадке и поблагодарил своих поклонников. С поздравлениями! Уважаемые подписчики! С кем наши любимые игроки из телесериала «Эманет» провели Новый год? Где Новый год, мы не знаем, как он появился. Сила Тюркоглу, также главная актриса сериала. Однако кадр, которым поделилась красивая актриса, не ускользнул от нашего внимания. Пока все делятся фотографиями своего особого дня и пишут поздравления Гэжа, Сила поделилась кое-чем, что, как мы надеемся, заинтересует вас. Когда вы это услышите? Это духовное послание, которым актер поделился со своими подписчиками в своей истории в Instagram. И крайности мы рекомендуем вам до конца прислушиваться к словам, которые содержат смысл. Фрейм, разделенный под заголовком духовного послания, включает следующие слова: «Боже, весь гнев, страх и страх, которые пришли ко мне из моего прошлого и из моего семейного окружения. Ущерб, ошибка, грех, болезнь, незавершенное дело, долг кармы, право пользования. Испытание, одержимость, пусть влияние и энергия грехов и болезней исходят от меня. Я вкладываю всю необходимую энергию, чтобы отменить эти переходы сейчас и во все моменты моей жизни. Принимаю и одобряю все отрицательные контракты, которые были записаны во мне из чрева. Контракта роли соглашения, об этой неправильной кармы, переходов сейчас и навсегда. Я оставил узлы, отрицательный кроссовер и резисторы. Предметы, блокирующие мою энергию, проклятие, сглаз, магии проклятия глаз. Я навсегда отменил все эффекты неправильных слов. Сейчас во все времена и во всех местах, во всех частотах и измерениях, в угнетении. И вечно я чистый. Ко мне приходит любовь, из меня выходит любовь. Все во мне стало чистой любовью». Надеемся, нам удалось передать этот обмен красивой актрисы и ее поклонникам. Как писала Сила: «Болезни, травмы и грехи в новом году драгоценны. Надеемся, наши подписчики тоже это пройдут. Уважаемые фанаты, почему Сила Тюркоглу не выполнила принятое ими решение авторитетными властями сериала? Великая несправедливость совершена в отношении Силы Тюркоглу. Сериал «Доверенное» постепенно превращается в серию, которая уже год привлекает большое внимание. Он прошел долгий путь, и ему удалось стать сериалом, который видели во всем мире. Это с большим интересом наблюдается во многих странах мира. Известно, что в последнее время между актерами и общественностью, поддерживающей Силу Тюркоглу и Халила Ибрагима Джейхана, возникло несколько разногласий.